Следующий диск, который мы послушаем, там будет Чайковский. Хейфец играет на скрипочке. Ну, Рейнер и Чайковский симфонические. Значит, это переиздание то ли от Classic Records, то ли от Speakers Corner. Я точно не помню, потому что инфа была на упаковке. Мне эту пластинку подарил товарищ Юрий. Спасибо тебе большое. Почему он мне ее подарил? Потому что Юрий очень любит первые Неймановские стереоголовки. Он даже там своими руками, на удивление многим людям, при помощи тисков напильника и своего умения, делает их клоны. Но проблема в том, что там очень большая масса подвижки, плюс сферическая игла, и вот такие современные, скажем так, диски на этих головках, они не играют от слова совсем. То есть этим дискам нужна современная головка обязательно. Ладно, если кто знает, что это за издание, пожалуйста, напишите в комментариях. Сейчас послушаем. Thank you.
Thank you.
Еще раз комментарии по поводу отсутствующей эстетики в моем сетапе. Ребята, вы должны понимать, что все люди разные и у всех возможности разные. Если бы у меня были ресурсы на приведение это все в эстетический порядок, я бы их потратил совсем на другое. Например, я бы вставил себе отсутствующие зубы. Или пошел лечить свой позвоночник, который у меня, скажем так, в не очень хорошем состоянии. Учитывая состояние медицины у нас в стране, за все нужно платить, причем платить надо нехило, потому что иначе тебе сделают так, что ты быстрее загнешься, чем выздоровеешь, ну, в обычной бесплатной поликлинике. Вот, пишите по поводу услышанного свои комментарии, мнения, мне очень интересно. Интересно даже, ну, узнать, что это за диск все-таки, потому что у меня в голове почему-то это Classic Records. Если кому нужен корректор такой, вот ссылка на него на Авито, это телеграм-канал, где можно пообщаться со мной и прочими соучастниками, скажем так, этого дела. Я не прощаюсь, сейчас послушаем еще что-нибудь.